Всем привет, с вами Стефро, и сегодня покажу вам, как сделать секретную комнату в Майнкрафте Pocket Edition. Ну что ж, как видите, мы появляемся в такой комнате, где у нас диванчик и обычная картина. Ну и как видите, нам ничего не предвещает. Но если мы, так сказать, проникнем в эту картину, то мы попадаем в секретный ход. Или, можно сказать, проход. Ну что ж, чтобы сделать вот такую секретную комнату, нам понадобится, во-первых, построить не... Ой-ой-ой. Нам понадобится построить дверной проход. Так, строим дверной проход. Так. И здесь вместо двери мы ставим по бокам таблички. Ставим с любой стороны. И после чего на них мы можем уже поставить картину. Да, мы уже сможем поставить картины. Как видите, картина ставится, и мы свободно сможем пройти в эту картину. Тем самым у нас получается секретный проход, о котором, возможно, многие не знают. Ну или можно это замаскировать настолько хорошо, что даже кто знает, не догадается. Как видите, все отлично работает. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.